Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и мы сегодня с вами продолжаем играть в Dark Souls 2. И понимаете, вот с прошлой серии почему-то мне очень не хотелось записывать сначала Dark Souls, но потом у меня какой-то энтузиазм прям проснулся, потому что я вспомнил, как бы, что эта игра очень клевая. И, собственно, я посмотрел, где взять кольцо дракона, хотя бы одно, самое простое, которое мы можем достать. И первое самое можем получить в обществе чемпионов, еще и со второго ранга, еще и там фиговое оно будет, так что давайте... Получим второе кольцо, все их 3 или 4. Одно из них падает с Вельстанда, по-моему. До него еще довольно долго, так что получим одно из колец. Для начала нам понадобится кольцо шепота у Шаука. Так, а у нас на него не хватает, подождите. Хорошо, что у нас есть вот эти души, которые я особо не ем. Так, нам нужно 5000, сколько одна душа нам дает? Я буду стараться их экономить, потому что... А, она плюс 50, эти сразу едим полностью тогда. А, просто дело в том, что, как вы видите, они могут нам действительно помочь вот в такие моменты, как бы, когда нам срочно нужны души. Вот, плюс 200 дает, так, нам нужно еще... еще 3, это... Так, 500, 5800, нам нужно все, короче, съесть. Да, можно будет это быстрее сделать, я знаю. Вот так. А, ну, как вы видите, они нам как бы помогают более... Ага, мне не хватает все равно, да, сейчас? 5800 или 5200 у нас стоит? Черт, я забыл. А, 5800? Всегда это происходит со мной. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. У нас все равно сколько душ боссов, особенно душа гиганта последнего, которая никому не нужна. Ну, там довольно клевый топор. Мы будем все вещи брать, будем смотреть на них, я думаю. Кроме заклинаний. Я вам буду показывать, какие заклинания. Господи, как она трендит. Так, кольцо шепота нам нужно. Собственно, я вам буду показывать заклинания, какие можно взять. Но брать я их не буду, потому что я их использовать не могу. А оружие мы будем с вами покупать, я думаю. Ну, потому что, чтобы я вам показывал, как оно работает, какое оно... Кстати, ребят, вы представляете, я вдруг понял, что мы с вами ни разу не становились в боевую стойку с двумя мечами. Это, по-моему, нечестно. Так что давайте я это сделаю сейчас, чтобы вы посмотрели, как это работает. Собственно, как это делается? Смотрите, вы берете геймпад и зажимаете Y. Все, я стал боевую стойку. Теперь, если я буду атаковать левым оружием, я буду атаковать сразу двумя оружиями. Оружиями, блин. Сразу двумя мечами. Собственно, чтобы встать в боевую стойку, да, тут, видите, я одним атакую, а тут, видите, он приподнимает. Собственно, главное оружие то, которое опущено. То есть он будет опущен в первую очередь. Так вот, чтобы встать в боевую стойку, нужно, чтобы... смотрите, параметры, необходимые для вот этих вот два... у вас превосходили в 1,5 раза. То есть у нас тут 10, да, смотрите. А нам нужно, чтобы у нас было 15, чтобы мы с этим оружием смогли... Да, учитывается только больше параметров. То есть в 1,5 раза больше ловкости не нужно. А вот здесь вот тоже сила. То есть в 1,5 раза больше силы. Это что у нас там где-то около 18 силы нужно, чтобы сразу в 2 боевых стойки. Ну, то есть, чтобы стать боевую стойку с двумя вот этими мечами. Вот так это работает. И, в принципе, вот. Скажите спасибо. Показал просто в конце игры бы еще показал. Не знаю, почему-то до меня дошло это только что. Так, теперь нам нужно в тем... О, нет, темные руины, господи. Как я ненавижу эту локацию, вы, наверное, знаете. Но ничего не поделаешь, потому что мы собираемся получить одно из самых клевых колец в мире. Кольцо дракона. Притом это будет второе, я вам уже говорил, все, 4. И каждое, причем, как-то увеличивает все круче и круче. То есть четвертое кольцо самое крутое. А тут у нас парень, кажется, очевидно. Да? Давайте мы его встретим сами. Вот таким вот образом. И будем продолжать его встречать, потому что он гадкий. Давайте ядовитый стрелой ему под конец. Потому что это нам ничего не даст абсолютно. И нужно было обычный. Ну ладно. Собственно, идем мы туда, куда мы с вами раньше во время видео не ходили. Я вам не показывал этого места еще. Я там внизу что. Мы оттуда пришли, видно? Класс, блин. Ладно, ребят, я опять, похоже, что-то пропустил. Магический болт. Подождите, а что тут у нас? А, мы можем только с той стороны сюда попасть, я понял. Ладно. Вот кто же знал? Вот почему я постоянно не проверяю все места? Вот. Кажется, большая тварь у нас убита, да? Конечно, убита. Мы с вами не глупые, чтобы оставлять больших тварей в живых. Вот этой твари. Ее нужно было тоже не оставлять в живых вообще. Вот таким вот образом.
если мы его добиваем. А вон тот тоже за нами пойдет, как вы, наверное, знаете. Или нет? Ну, я вам покажу просто. Смотрите, я иду сюда, и он сразу за нами прил. Вот это мы сделаем сразу. Вау, а их даже двое пошел. Черт. Это был опасный перекат, на самом деле, я мог схватить вообще. Вот, вау, хватило, подождите, смотрите, обычно мне не хватало на второй удар. Хорошо. Ну, собственно, в этот раз мы пойдем вон туда. А, не помню, мы ходили, вот, по-моему, мы с вами не сходили сюда ни разу за все прохождение. Тут у нас какая-то щель, в которую мы не можем пролезть, хотя мы играем девушкой. Нет, это моя человечность, господи, что... ненавижу вас. Где ты? Душа отважного воина и ключ камень Фарос. Ну ладно. И тут у нас здоровенный скорпион стоит, с которым мы поговорить в обычное время бы не смогли. Но у нас есть кольцо шепота, которое позволяет слышать. О, нет! Вау, успел. Вау, осколок, обломок, камень разрядов даже, это неплохо. Заточим что-нибудь. Особенно обломок, это клево, конечно. Так, тут у нас сундучок. В нем будет вещь, которая нам уже не нужна. Такая глифа, заточенная на тьму. Гордыш. Давайте я вам буду показывать оружие, которое мы находим, потому что как бы в этом смысл игры. В этом смысл, наверное, даже летсплей, чтобы вы посмотрели на игру. Во-первых, посмотрели, как ее проходить. Во-вторых, подумали, ну, если вы ее еще не купили, купить ли ее, ну, уже распродажа прошла на это время, когда я снимаю, так что не знаю даже. Да, вот этот парень, собственно, с ним можно поговорить, но он ничего не скажет, потому что мы не умеем с таким разговаривать. Но у нас есть кольцо шепота. И теперь мы будем слышать, что он говорит. И что самое главное, во-первых, мы смогли бы его призвать на битву со Скорпионой Нашкой, а во-вторых, когда мы убили Фрейю, возлюбленную герцога, это был один из главных боссов, мы можем получить от него шикарное кольцо. Да. This is my thanks. Вот оно. Постой, что это? What skill? А, нет, это Нашка. Это мы Нашку победили, а вот это мастер. And it changes. Brave human, you have yet to face your greatest peril. Take these. Вот наше второе кольцо дракона, замечательное. Так, теперь, ну давайте договорим с ним до конца. I have that, but still I pray that... И можем выучить его еще и жест. А давайте его посмотрим сразу. Так, разогрев. Проверь сейчас. То есть, такая зарядочка. Ох ты, клевая. Да, еще вот эти жесты мы с вами не посмотрели. Позволь мне, типа, обезглавливание очень клевый такой, типа. Где конец вообще. Просто как папочка. А, радость, типа, ей. Щит поднимаем. На самом деле тут есть довольно мне больше нравится за радость, вот такой вот. Эй! Довольно клевый. Это типа подойди ко мне, но это у нас сразу, по-моему, есть. И вот этот клевый жест, то есть упасть вот так можно. Он довольно классный, на самом деле, такой, знаете, самый долгий, по-моему, жест вообще в игре. И что самое главное, посмотрите, сколько у нас хп сейчас. И посмотрите, какая у нас сейчас грузоподъемность. Теперь я беру это кольцо, вот так оно выглядит, надеваю. У нас грузоподъемность 90, то есть было 82, то есть 90. При у нас хп увеличивается немножечко, у нас увеличивается выносливость. И посмотрите, какие у нас стрелочки теперь там есть, короче, сверху. Вот так вот это работает у нас. И теперь мы еще, по-моему, ролим еще быстрее. Ну, это уже мое такое, знаете, субъективное. Ну так, по-моему, ладно, это уже кольцо все-таки у нас не от всех болезней, но... Все равно очень классное кольцо, которое как бы имеет смысл носить, потому что грузоподъемность повышается. В принципе, нам особо она не нужна была сейчас, грузоподъемность это, ну ладно, наденем. Тем более, что выносливость, хпшечка, чем не хорошее кольцо. Да, еще мы теперь стали нежитью, это фигово, kind of. Хотя у нас там следующий босс будет очень-очень не близко. Так что мы как бы потерпим это. Возвращаемся к костерку нашему. Так, у нас... Вау, мы уже 9 минут записываем с вами, а ничем толковым-то и не заняты. Во-первых, сходим в Маджу, купим лайфгемов, насколько у нас хватит. Сейчас бы нам... Ну, у нас, в принципе, стрелы-то есть. Нам просто не совсем такие стрелы нужны, но пока можно забить. Они.
Там просто будет очень много магов, которых я как бы не хочу своими силами выносить. Потому что до них подбегать... Ну, вы сейчас все увидите и вы убедите. Это самая конченная локация в игре сейчас будет. Вот я вам просто гарантирую это. Если я правильно помню, какая локация именно будет на самом деле. Потому что я действительно не очень хорошо помню. Черт. Локации нет, я знаю, что там будет. Там действительно очень плохая локация, которую я ненавижу. Наверное... Ну, одна из самых... Понимаете, да? Когда я встречался... Я всего в этой игре встретил действительно сложных локаций две. Это храм Аманы. Ну, не храм Аман, но вот эта вот прилегающая территория. Вы поняли, там где магия. Если вы играли, как бы вы поймете. Это храм Аманы и храм Дракона. Вот это вообще самые конченые части замка. Ой, не замка, а вообще игры. И они действительно сложные как бы. Блин, я вот зря начал жадничать. Посмотрите, сколько дамагина он нанес за один удар. Смотрите, я тороплюсь как бы и профукиваю. Подождите, у меня разве нет еще одного осколочка? Вообще, я потом в Википедии тоже почитаю, мы с вами соберем 12 фляжек, потому что у меня на основном персонаже 12 их, это максимум. То есть, я думаю, имеет смысл как бы собрать их. Заодно я вам покажу, где их можно взять. Вообще, я думаю, я пропустил много-много фляжек сам. Просто эта локация, вау. Она же эпичная. Вообще, давайте я сделаю эту... превьюшку сюда. Вообще, эта превьюшка будет у нас для зеркального рыцаря, я думаю. В следующей серии я сделал, потому что... Да, эпично просто, блин. Я обожаю эту локацию. Ладно, пойдемте, собственно, на лифт. Спустимся еще глубже, чем мы могли бы. Как нам... Собственно, в чем у нас сейчас цель? Нам нужно найти Вендрика. Нам Нашандра это сказала. Мы еще узнаем о мотивах Нашандры позже. Как бы, вот. Или уже узнали, я уж не помню. Помните просто, что он сказал, что Вендрик так и не занял истинный трон. Вот, Вендрик, собственно, у нас очень глубоко под землей в склепе своем. О, да, начинается. Очень дрянная локация, честно вам скажу. Нам даже файку предлагают взять, я не знаю, имеет ли это смысл, но как бы, когда предлагают, почему бы и не взять. Зеленый цветок. Сойдет. Кстати, у нас алебарда, кажется, проточена, а мы не играем ей. Ну, то есть, конечно, молоток, он, блин, почему-то самый мощный у нас выходит. Кстати, алебарду, если дальше протачивать, то она станет очень хорошей для человека. Будет, наверное, самой лучшей алебардой для человека, потому что она там будет скейл Б иметь, кажется, ужасный скейл там плюс. Блин, нафиг я сюда не пошел в прошлый раз. Послушайте эту прекрасную песню. Потом я вам покажу, кто эту песню поет. Вы зацените, я думаю. А, или это еще пока не то, о чем я думаю. Тут дофига дверей на самом деле. Вон туда вроде бы не обязательно ходить, но мы, конечно, сходим, потому что мы с вами конченые. Так, хорошо, эту штуку, наверное, нельзя получить так просто, ее нужно ударить. Да. Потом ее там снизу подберем. Напомните мне. Кричите, если я буду забывать, типа, Денис, Ут! Не забудь про Ут! Вообще мимиков в игре не так уж и много, насколько я помню, еще всего штук 5, наверное. Дальше закатная трава, фемиал скептиком. Блин, отвали от меня тут! Ненавижу эту бочку уже! Встала, она проходит, тут стоит. Так, тут нам вроде больше делать нечего. А, вроде бы нечего. А, хорошо. Слушайте эту песню. Прекрасно. Ну, не настолько прекрасно, конечно, чтобы ради нее плакать, но... Хорошо. Стоит признать.
Да, когда вот такая вот фигня над водой светится, это значит, что либо там можно подойти и что-то исследовать, либо там кто-то есть. На самом деле, такая тема будет в зале с Вендриком, но в этот раз это не оно. Вау, что я сейчас сделал? Так глупо. Надо будет протащить алебарду еще сильнее, в принципе, потому что, как бы, почему бы и нет. Давайте попробуем электромечом. Вау, ты еще кто такой? Он клирик, так что молния, наверное, не самое лучшее, чем его можно бить. Давайте идем так. Так, теперь кто у нас тут дальше? Ты у нас? Так, вот я его хотел молнией попробовать. А, молния вот на него прекрасно работает. Но у нас меч как бы попроточнее будет. Возможно, там как бы разницы нет, потому что там скилл ачивы все равно ПС. Так что ладно. Сбросим это на хорошую проточку. Это был хороший. Даже не знаю, что пошло не так. Давайте зайдем сюда. Тут у нас девушка сидит. Привет, девушка. We knew you were coming. And stop singing. We are Milfany. We are here to sing to those ba. We will sing here. We know nothing of the world. And why should we? Do you see? But what is a king? We know nothing of the, for we will never. When we sing, the little ones grant comfort. This is. Is there any? Perhaps this will. This is all. That... Потом надо сходить поменять When эти we штуки. sing, the... Еще больше нам ничего не скажут. В принципе, заметьте, да, она сказала, что они перестали петь, когда я пришел. Потому что, как бы, песня-то будет продолжаться. Черт, нет! Я всегда паникую так сильно, когда это происходит. У меня, кажется, есть от проклятия что-то. А, это к окаменению, блин. Постоянно я их путаю. Блин, от проклятия вообще пусто. Да тут как-то особо ничего не отравляет. Странно. Вот тех парней лучше снимать. Нет, так далеко я не попаду по ним, конечно. Ну, то есть не то, что не попаду, стрела не долетает так далеко. Вставай. Ладно, ты дохуй. А, хорошо. Кто следующий хоть? Нет, она поет, блин, подождите. Я хотел так вам клево показать босса следующего, типа. Ну ладно. А, может Хуманти выпал, кстати. Блин, что я делаю? Я пока оружие менял, нахватал от него. Он меня так и убить может. Нет, он не может меня, конечно, убить. Я ведь довольно клевый, но... Вы только посмотрите, какой он мощный. Офигеть. Видите, сколько у него хп. Давайте все-таки молот. Возможно, все-таки молотом этих ребят надо. Что-то алибарда ни там, ни там не работает. Так что я как-то не вижу смысла с ней сейчас таскаться. Хотя бы они по одному нападают, это рад. У нас человечность. Блин. Где моя человечность? В принципе, когда она поет, вроде бы они даже не нападают, когда вот эта штука над ними. Или нет, блин. Я уже не понимаю, что происходит. Давайте, кто из вас первый нападет на меня? Вот я думаю, ты. Да. Хедшот. Каждому ашоту с лука драконьего всадника по хедшоту, как говорил классик. Да. Так. Просто всех вынесли. Надо было попробовать вообще-то. Как много лута, вы посмотрите. Перчатки, это тут сет на мага можно собрать. Ну, на клирика точнее. Шлем архидракона похож на шлем Хавила, кстати. Хавила. А щит даже получили от магии. Посмотрите, они нападают, да, на меня? Ну я буду первым тогда нападать, потому что чё они. Вот этот
эта локация, в принципе, сейчас этого еще не заметно, но как бы, понимаете, когда я впервые зашел вон в следующее помещение, я понял, что я там умру. И я умер там, и довольно много раз, на самом деле, потому что там гребаный ад. Вы сейчас увидите, почему. Хорошо иметь лук. Вот к чему я клоню. То есть эта игра про то, как хорошо иметь лук. Потому что если у вас есть лук, у вас нет проблем. Понимаете? Посмотрите, вот у меня, видите, есть ли у меня хоть какие-нибудь проблемы сейчас? Ну, кроме того, что мне надо будет стрелами закупиться потом. То есть 200 стрел, это как бы дофига, но мне, в принципе, мне тут довольно многих понадобится, вы увидите. Потому что этот храм нельзя пройти без лука или без заклинаний каких-то. О, человечность выбили. Ну, наконец-то хоть что-то. Фух. А мерцающий титанит, например. Кто там протачивает тему эту всю. Ну, в смысле, крутых шмоток. Потому что я такое не протачиваю в основном. В принципе, молоточек имеет смысл покачать, потому что он как бы на человека самое то. Но мне кажется, мы и получше найдем все вещи. Вот он. Вы просто посмотрите, оно красиво, это место, понимаете? Оно очень красиво, но... Ну, тут много воды. А вода в Dark Souls это всегда плохо. Во-первых, мы медленно передвигаемся, во-вторых, там ямы. Тут огромное количество ям, можно упасть на каждом шагу. И просто в нас уже летит. Ну вот, просто ощущайте, да? К ней подходить нельзя ни в коем случае. Или надо, я не знаю, как на автоприцеле, наверное, просто... Да блин, меня уже со всех сторон летит. Вау, как я так прыгнул только что, клёво. Отвали от меня. Вот так вот мы сделаем, чтобы как бы перегруппироваться тут и все такое. Потому что как бы, блин, какая-то фигня началась сразу месяца. Вот. Это очень веселая локация, я вам это гарантирую. Вы получите море удовольствия. Такое же большое море, как эта тупая лужа внутри этой комнаты. Давайте попробуем волшебные стрелы и заодно посмотрим, стоит ли нам их купить сюда. У нас еще электрический есть. Так, давай-ка волшебные тебя сначала шугнем. Да, волшебные работают более чем хорошо. 241. Как насчет молнии? Вау, даже больше, кажется, да? Ну да, в Скайриме молния против магов хорошо работает. Но она и ману выжигает, я слышал такую историю. Блин, почему у меня раньше таких стрел не было? Кстати говоря, я хотел прокачать для этого места. Что у нас там по чешуе драконов? Ну да, в принципе, дофига. Просто этот лук нам понадобится еще в одном очень коварном месте. Давайте сходим прокачаем его. Может, закупим все даже стрелами электрическими. Потому что, в принципе, это у нас будет серия такая с экспериментами. Будем смотреть на этот лук. Ну, он не то чтобы нам сильно понадобится, потому что самое решающее место, где нам понадобится лук, этот лук работать у нас не будет, потому что он слишком короткий, и далеко им не выстрелишь, вот. Самый сложный момент, который мы будем проходить с луком, мы будем проходить не с этим луком. Мы будем проходить с... У нас даже еще нет морского лука, вы посмотрите на эту фигню. И еще разок, и еще раз, нам не хватает. Мы будем проходить не с этим луком, мы будем проходить немножко с другим. Морской лук, которого у нас, к сожалению, еще нет, я так вижу, да? У которого дальность 60, по-моему. Потому что там нужно будет очень быстро стрелять и очень далеко стрелять, причем. Я говорю о босс-файте, одном довольно таком странном босс-файте, где можно использовать лук. Так, давайте сходим вот сюда, закупимся электрическими стрелами, потому что они нам тут, как мы видим, очень нужны. Вот, мы идем к самому противному боссу в игре, наверное. Не в плане даже вида, а в плане того, что он умеет, а умеет он очень плохие вещи. А, так, там у нас ворота. Куда нам идти-то тут? Я уже забыл. Вот сюда. Блин, ненавижу это место, постоянно какие-то пвпшеры нападают на меня, избивают. Так, вот это место, это такое ужасное место. Дверь всегда закрытая. Ну,
Ну, вы поняли, почему я взял быстрое оружие. Чтобы даже вот так сделать, даже когда он уже замахнулся, я сейчас быстрее. Эту дверь нельзя сломать, например, а? Нельзя ее сломать, но прикрена. А ко мне уже кто-то выдвинулся. Вот так вот. Блин, почему он не умер? Блин, с двух рук одинаково работает, да? Хорошо. Так, закупимся, собственно, электрическими стрелами. Как хорошо, что этот чувак продает их бесконечно. То есть, вот, я не знаю, я не думаю, что существует какой-то билд наушников, потому что это бесполезно. Но как бы наушники были бы счастливы, наверное. Посмотри, какие тут клевые. Кинжал с черным камнем. Какое тут клевое оружие есть. Кажется, у него ассортимент расширился, да? Нет? Нет, да. Вот этот щит, походу, даже кровотечение дает тем, кто на меня будет нападать. Посохи разные, булава, топор хороший на человека. Ну так, хороший в плане того, что он дает хорошо к этой штуке всей. Скейл я имею в виду. Так, собственно, стрелы тут у нас есть. Давайте купим сотню этих и сотню тех. Они очень опциональные, как вы видите, то есть ситуативные даже, я бы сказал. Все, прямо почти ровненько хватит. А, как видите, стрелы волшебные, например, работают не на всех. Электрические тоже, очевидно, не на всех. Скажем, на этого, на зеркальщика, я думаю, электрические стрелы работали бы плохо. Потому что у него броня, по-моему, от электричества хорошо защищает. Вот я не помню, я ее покупал, как бы, эту броню, и смотрел. И, по-моему, от электричества она защищает довольно нехило, так скажем так. Вот. Так, теперь пойдемте обратно в храм Аманы. Попробуем. В этот раз лук должен с двух выстрелов выносить, я надеюсь. Я надеюсь. Я не уверен в этом, но я очень это надеюсь, потому что это было бы очень приятно. А вообще, если мы возьмем еще электрический, в принципе, мы не будем это, конечно, делать, потому что у нас как бы от этого лука урон поболее будет. Давайте с этого парня начнем. Ну, дамагина замечательная. Электрические стрелы еще и довольно красивые. Блин, с двух выстрелов все равно не получается. Она успела даже кастануться. Ну ладно. Так, аккуратненько вот эту выносим тоже. Ничего. А мы можем тут даже кольцо надеть. Блин, нас опять летит. Мы ведь выбили кольцо для... В принципе, нам вот это тут не понадобится, я так думаю, кольцо клинков, потому что мы особо в ближе не сражаемся. Вот кварцевое кольцо мага плюс 2 защищает от магии, да? Да, они, тем более они кастуют обычное волшебство, это не пиромантия, ничего такого. Так что, в принципе, это будет идеальное кольцо, чтобы как бы стоять, расстреливать их и особо не шевелиться. Да, вот, ребят, всегда смотрите под ноги на этой локации. Потому что здесь упасть это так просто. Это не просто-просто, а просто-просто, как кто-то сказал. Кажется, это Зулин так говорил. Да. Что-то я сегодня прям цитирую всех. Просто. Напишите в комментарии что-нибудь, я вас тоже процитирую, может быть. Мне уже, кстати, выносливость с этим кольцом хватает на то, чтобы сделать 3 выстрела вместо 2. Обычно я только 2 выстрела могу сделать. Вон ту я, интересно, смогу убить? Да, она меня может, значит, я ее могу. Зачем я так высоко взял? Оп. А мне не больно. Блин. Я все равно получу от меня. Ну, что такое? Блин, ненавижу получать от этих гадов. Гадин, это девушки, кстати говоря. Так, блин, я что-то сейчас вот посмотрел, я понял, что как бы мы еще и довольно мало прошли сейчас. Там еще половина этого храма. Ну нет, вообще не очень много, там у нас тройка состоит. Будьте осторожны, а то если он затралит вас, то вы будете лавками. Да, вот посмотрите, вот такая дорожка, если вы так пойдете, то вы утонете наверняка, потому что нужно смотреть под ноги вообще-то.
Окей, издалека прям ее минусанули. Так, давайте этого тролля убьем. Кажется, возле него что-то должно лежать. Я уже вот не помню, что, но я это искал, как бы, и не смог найти. Давайте попробуем его сначала ядом шернуть. Шернуть. Ну да, в принципе, ядом, по-моему, они хорошо берутся с 34-й. И теперь молния, давай. Молния хорошо работает. Ненавижу этих троллей, на самом деле, я почему-то так и не научился с ними сражаться. По-нормальному вот так. То есть, без яда какого-нибудь. Вот у меня почему-то не получается с ними, потому что они как-то меня выносят постоянно. Они какие-то слишком жирные, они большие как бы, да, и от них должно быть легко уворачиваться. Но нифига, почему-то они какие-то... Они слишком... они большие как бы, да, но вот... А вспомните Стражи Руин. Стражи Руин тоже как бы больше меня, но они такие хиленькие. Они узкие как бы, и у них рейндж атаки такой, да. Блин, я даже не знаю, как это назвать. Он меньше. Сплэш, я хотел назвать, даже не сплэш, но... Короче, они не такие широкие, они большие, но не широкие. Вот так. Да. На самом деле, это отмазки, я просто... Я просто дно. Да. Как вы знаете, это, наверное. Как-то я не нашел ничего особо клевого около него. Подождите, я, наверное, что-то пропустил. Текс. Оки-доки, мы продолжаем. Я немножко отходил, налил себе немножко чая еще, потому что кофе я допил, он был остывший, и я не получил от него удовольствия. Так, теперь нам нужно как-то вон туда пройти, по-моему. Вот. Так, давайте идем в факел, кажется, мы можем тут его взять где-то. Прямо вот здесь, например. Потому что с факелом все равно как-то проще будет у нас идти, смотреть под ноги. Вот увидели, сразу нас напал кто-то. Найди себе свой факел. Сволочь. Куда же мне идти вот здесь? Я уже и забыл. Как-то тут можно куда-то пройти дальше. Блин, посмотри, с какого расстояния они сагнишь. В первой части игры был ужасный такой враг, который тоже с факелом подбегал, очень быстрым так атаковал. Это было очень плохо, на самом деле. И он мог реально убить тебя. Это был при этом очень хилый моб, как бы, сам по себе, но из-за факела он становился ужасным. По-моему, тут даже еще одна... Вон, волшебница еще одна, да, действительно, она тут есть. Ладно, обойдемся без факела, потому что мне нужно две руки взять. Не помню, что тут лежит вообще-то. Но, наверное, что-то хорошее. Раз он так далеко лежит. Ага, тут обрыв. Еще одна стоит, смотрите-ка. Вот... Просто вот ощутите, да, как вода здесь меняет всю эту локацию, из-за чего она такая сложная. Лошара. Хорошо, не такая уж и сложная она из-за воды, но... Кого волнует? Довольно сложно здесь все-таки выживать. Ну, в принципе, если смотреть под ноги аккуратненько, то ничего не произойдет страшно с вами. О, фляжка с Эстусом. Замечательно, по-моему, не зря сюда мы ходили совершенно. Потому что на одну аптечку больше, это всегда замечательно. Так, теперь аккуратно, где-то здесь обрыв около одной из колонн. Около вот этой, если не точно. Тут ничего нет. Ну, кусты явно растут не без земли, так что если идти по кустам, то, в принципе, все будет хорошо. Потому что кусты обычно крепятся к чему-либо, да? Если это не какой-нибудь там водоросли, знаете, которые просто на поверхности плавают. Ой, привет. У меня, блин, подожди, у меня лук, что ты делаешь-то? Whoa!
видите, какие они мощные? Это плохо, на самом деле. А, что я делаю? Я хотел мусор подобрать. Палец. Неплохо. Это вот она в меня кастовала все время. А, попалась. Ладненько. Так, там, смотри, сколько лута там везде лежит. Блин, ужас, мы так долго снимаем уже эту серию, как по мне, да? Около 30 минут уже прошло, я хочу просто до костра дойти. Вот эта дурацкая платформа, как бы на нее сбоку не зайти. То есть вы можете либо тут зайти, либо с той стороны. Сбоку вы уже на нее не зайдете. И это может вас убить, вот честно вам говорю. Будьте осторожны в этом месте, это место убивает. Да. Блин, ну только не ты, а вот не вовремя. Вот, сволочь, вот не сволочь ли, а вот надо было ему вылезти на меня в этот момент. А, так, теперь нужно быть очень аккуратным. Сейчас вот появится хилер у них, короче говоря, и нужно будет его слить аккуратно. Но это еще не хилер, конечно. Он выйдет из тумана прямо как... персонаж какой-нибудь, который пришел надавать боссу, но в данном случае боссом будем мы, хотя я не против боссом быть клево. Если вы спросите, каким бы боссом я хотел бы быть, наверное, не знаю, Вельстандом или Зеркальным Рыцарем, они очень клевые. Вау, блин, я так много лута выбиваю здесь, это ужас. Надо будет продать их нашему другу. Не понял, кто меня сейчас стрельнул. Кто там, откуда там, блин, я ее даже не вижу отсюда. Гнида, что ты делаешь -то со мной? Давай, поднимайся сюда, набой ратный. Ну, хоть стамину он немного отнимает за свои тупые удары. Так, теперь где тот, кто в меня стрелял оттуда? Вот где она там? Офигеть, я ее даже не вижу. Ладно. Теперь сложная часть. В принципе, можно туда прорашить и подбежать, но вообще это как бы плохая идея. Раш это всегда плохая идея в этой игре все нужно делать аккуратно. Окей, мы сразу хилера вынесли. Притом она как бы появилась, по-моему, сначала, потом ушла обратно. Вот у меня такое ощущение сложилось. Но... зачем я это делаю сейчас? Но, видимо, это было не так. Тут так много лута лежит, так хочется все забрать. Кстати говоря, я не очень понимаю, по-моему, где-то здесь должен быть мостик. Вот я его не заметил. Или это дальше будет? Давайте посмотрим, что дальше, потому что если там еще большущий кусок локации, то это будет плохо. Но, по-моему, тут пещерка, как бы, и все. Да, пещерка, и на этом мы с вами заканчиваем серию. Ну, не на этом, как бы, да пройдем ее. Вообще, я эти стрелы тратить не особо хочу. Вот на этих ребят. С одного удара они их не убьют все равно. Вообще, этих ребят даже так-то не надо убивать. Просто убегает. Вот они не такие уж и страшные. Тут у нас костерок, а там здоровенная такая же штука. И опять пение. Но это пение уже не совсем то же самое, что мы видели. А на этом мы с вами заканчиваем эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Денис. Не забывайте подписываться на канал. И спасибо за ваше время. Всем пока.